Здравствуйте! Это канал Максимадзе. И сегодня у нас моды на Hello Neighbor с вами идут. И сегодняшний мод, который мы посмотрим, это... Короче, помните, в самом первом выпуске, по-моему, по модкиту, мы смотрели альфу первую ремейк с третьим этажом. Но там корявый, недоработанный был дом. И сегодня, короче, я покажу вам усовершенствованный ремейк альфы 1 с третьим этажом, где дом, как видите, и дома другие в округе, все сделано хорошо. И, собственно говоря, мы будем проходить. Здесь, ну, к сожалению, только третий этаж, 4, 5, 6 нету. И модов, в котором есть 4, 5, 6 этажи, я, к сожалению, не находил. По-моему, таких и нету. Там что-то даже есть, там город даже, он видно немного оттуда. Разрешение невысокое, потому что в модките, запускаю через модкит, через редактор, там нельзя больше 72p поставить. Я там, по-моему, даже не 720p, а еще меньше. 480p, что ли. Короче, давайте, ну, во-первых, поизучаем наш дом. Надо открыть по традиции дверь. Микрофон в кадр. В кадре этот уродский микрофон попадать все-таки будет. Почему уродский? Потому что вот эта фигня, она некрасивая. Но это будет, по крайней мере, лучше, чем эта подсветка будет в кадр попадать и в хромаке просвечиваться. Ну, в нашем доме все обычно. Давайте изучать дом соседа. Ну и цветастости здесь более яркие цвета, чем в оригинальной Альфе 1. И что, собственно говоря, менее реалистичным как-то становится. Ну, молоточек уже добыли, можем сразу доски эти отковырять. А вот и наш сосед, не дал мне доковырять все доски. Короче, что-то он уже выламывает там. Давайте, да, выколупываем. Ну, здесь по традиции акула будет, конечно же. Куда же без акулы-то? Давайте туда сходим. Какая-то дорога прям кривая туда, и там тоже дорога кривая. Блин, вот как-то не очень приятно играть, потому что как-то все разбегается на глазах. Так, ну в комоде в этот раз ничего нету. Так-то там, по сути, должен быть колокольчик. Но, возможно, его в другом месте надо искать. Да ё-моё, да ты что, издеваешься? Ну почему ты именно там-то оказался, блин? Ладно, ладно, ладно. У нас еще, ой, третий этаж имеется. Так, лифт, к сожалению, не работает. Давайте посмотрим, что здесь. Есть ли тут что полезное. Молоток нам не нужен, у нас есть ломик, который мы вышибли самими собой. Как офигенно. Не знаю, стоит ли шкафчики смотреть. Ну ладно, пока не будем заморачиваться с этим. Пока что мне хочется на третий этаж пробраться и посмотреть, что там. Но, к сожалению, сосед где-то тут ходит. Добро пожаловать на третий этаж. Выглядит он довольно неплохо. Вот дверь из Альфы 2. Подвал из Альфы 2. Только не другая, правда, немного другая текстура. Но, тем не менее. Еще это лифт, который не работает, к сожалению. Там что-то открывается, только... Ну, явно эту надо открыть, но за ней не видно ничего. Может, и не надо. Кто знает. Так, еще ломик я вижу.
Поезд не работает здесь у нас. Здесь, потому что все в земле. А здесь что-то надо... Тут какой-то код, я вижу. Кодовый замок. Даже туда даже заглянуть нельзя. И тут больничная койка. Ух ты, прикольно. Это шкафчик такой вот, стеклянный. Интересно, интересно. Так, ну здесь я ничего особо не нахожу интересного. А под водой ничего нету? А, он под воду и не залазит. По-моему. А вот, блин. Вот здесь ничего... А как сопрыгнуть сюда? Здесь ничего, по-моему, нету интересного. Ну, я не вижу, по крайней мере. Ничего я тут не наблюдаю. А, тут еще... Тут гаечный ключом надо открывать. Гаечный ключ где-то нам надо раздобыть. Так, давайте посмотрим, что здесь. Здесь, к сожалению, закрыто. По-моему, она то ли досками забита, или мне показалось. Но там какая-то очень интересная, необычная дверь, которая в файлах игры... В файлах при альфа, по-моему, или альфа 1 была эта дверь. Я видел ее в некоторых модах. Как приятно, что любят реализовывать вырезанное в модах. Это реально очень прикольно. Но вот что-то разыскивать тут будет не так-то легко. А мы тут уже все смотрели. Надо, наверное, комодики открытыми оставлять, чтобы знать, где мы уже были. А, вот мы где не были. К сожалению, тут закрыто, и там на стулом подперто. Вот здесь как-то оно открывается, но я пока не понял, как. Так. Интересно, тут в окна нигде не надо вылезать? Был мод один очень интересный, Old Days, по-моему, назывался, реалистичным стилем рисовки, где надо было заходить в окна по трубам идти. Так, ну я пока не знаю, куда ведет этот провод, но, по-моему, он ведет куда-то вниз. Дверь эта не открывается, я уже проверял. За диваном смотрел? Вроде бы смотрел. В общем, давайте нижние этажи пока изучать. Явно для третьего этажа надо что-то искать внизу. Ну, не в этом комоде. Я по привычке все время закрываю, блин, комод зачем-то. Так, он где-то на улице ходит, я слышу. Камеры. Давайте их отключим. И здесь я какой-то ключ вижу. Мониторы не перестают, правда, гореть. Но надеюсь, что камера это, тем не менее, отключила. От чего этот ключ, я пока не в курсе. Отбойник, наверное, пригодится. А тут уже решены примеры-то все. Они тут решены уже. Оружие все равно надо туда. Ружье туда все равно надо. Но колокольчика я тут нигде не вижу. Ой, он тут где-то, по-моему, ходит. Но колокольчика в унитазе-то нет. Не знаю, где искать его. Вот ключ от чего, я тоже не знаю. Очевидно, что не от этой двери. Что, кстати, тут написано? Принесите в центр класса манекен. Учительница только... Ну, для этого колокольчик же надо добыть. Хотя, кстати, в комнату с могилой мы с вами еще не заходили. Может, что-то там и другое надо. Кто его знает. Здесь тоже закрыто.
Не, колокольчик, походу, надо. Надо где-то его раздобыть. Но вот где, я не в курсе. Что это, блин, такое было? Стулья застревают в текстурах. Стулья атакуют нафиг. Кстати, сарай, по-моему, на заднем дворе был. Может, от него, может, ключ от него? А может, нет. Нет, это не от него ключ. К сожалению, не подходит. Но там гаечный ключ внутри, я вижу. Надо найти дверь. Может, от подвала? От подвала, к сожалению. Но нам надо где-то найти колокольчик. Я не знаю, где его искать. О, подождите. 1578. 1578. И я помню, была дверь с кодом. 1578. 1578. Давайте попробуем. Ну-ка. 1578. Вот, вот. Вот, все. Вот это уже дело пошло. Вот это мне нравится. Наверное, это, наверное, решетку открывает ту. Мы поняли, где уже гаечный ключ искать. Надо ключ от сарая раздобыть. Вот, открылась эта решетка. Тут камера. Мы, слава богу, камеры отключили. И там камера была. Блин, в капкан бы не вляпаться. Здесь что-то тоже есть явно. Зеленый, синий манекен. Зачем такие? О, отмычка. Отмычка для чего-то нужна. Но пока не знаю для чего. Может быть, и для сарая. Как раз таки она нужна. Так, ну у нас есть и молоток. Мы можем отковырять эти доски. Ну, чё она не отковыривается-то? Никены сратые, блин. Я блин сказал, если что, не матерное слово. Обычно я матерные слова не говорю. Да выпустите вы меня, ёперный театр, в конце концов. Как что у нас отмычка открывает? По-моему, наверное, сарай. Давайте проверим. Скорее всего, сарай она открывает. А может и нет. Ничего. Нам бесконечное количество шансов дается, так что соседа мы не боимся. Отлично. Я так и думал, что это от сарая. Теперь мы можем открыть ту дверцу, которая привинчена гайкой. Что у нас? Ой. За этой дверью находится. Ну, во-первых, дверь пустая. Обычная, которая отломана. Блин, она утонула. А эта дверь это не закрывается. О, вентиль. Только для чего он? Так, не... Догадываюсь я, что это. Что там, кстати? Блин, прикольно. Ну это так, побаловаться чисто. Какой пузатый сосед. Я так понимаю, теперь эта дверь открывается. Да, она открывается. И мы можем пройти в эту комнату. Хорошо, дело идет у нас. Колокольчик, а вот и колокольчик. Мы можем отковырять непосредственно этот учительницу. И тут, кстати, все золото. Только уберите колокольчик, дайте мне сюда. Они все из золота, действительно. Да, я угадал, она действительно была на досках. Мне не показалось. Да, ну. Ладно, давайте пойдем это к могиле. Положим этот колокольчик. Я так понимаю, если мы его принесем, нам выпадет ружье, которым мы уже пройдем в этот
ту комнату. Стреляем и получим доступ к другим. Выброси лопату. Так, куда бы его поставить? И я поставил. Где мое ружье? Где что-либо вообще? Где мое ружье? Когда я получу ружье? Я хочу ружье, блин. Ну, сколько предметов надо туда стрелять? 4. Блин, а ружье-то где? Ну, здесь что-то открывается, но что-то оно тоже не открывается. Поставьте манекен в центр класса. Ну вот я ж поставил, в центр класса поставил. Вот эта фигня, наверное, открываться должна, но что-то она не открывается. Здесь, может, надо поставить. Да нет, как она, как ее, что делать-то с ней надо? Может, к табличке поставить надо? Нет, эта фигня не открывается. Да делай ты что-нибудь! Тупая коза. Блин, давайте так лучше сделаем. Что-то она не работает. Может, я что-то не сделал еще, конечно, но мне, ну, по-моему, ничего не произошло от того, что я этот... Значит, мы сможем, кстати, разглядеть, что это тут находится. А, эта штука должна открыться, и мы должны... Не, по идее, должно было выпасть ружье, мы должны были пострелять отсюда. Тогда эта штука откроется и рычаг, соответственно. Затягиватель работает, кстати, нет? Нет, затягиватель не работает. В Альфе 1, если в эту штуку любой предмет попадет, он вылетит оттуда. Вообще любой, даже телевизор или стул. На досках, оказывается. Специально, наверное, сделали, чтобы сосед не смог вышибить. А, это... А, кстати, гаечный ключ не нужен. А, это не отбойником надо вытяпывать. Давай. Резче. Гаечным ключом будем вышибать сейчас. Отбойный молоток ни к чему оказался. Да давай, ну что ты не вышибаешься? Да, это, конечно, медленно делается. Но, видимо, надо помаленьку это. Давай, а может уже протиснуться можно? Да, можно. И что там, и что мы там найдем? Второй ключ, я так понимаю, от подвала. Вот и все, да. Так, ну вот. Спасибо, что прошли. Никакого подвала мы, к сожалению, не увидели. Но, тем не менее, мы попали вот сюда. И, ну и, собственно говоря, дом где-то там, я так понимаю. Давайте включим этот ГОСТ и попробуем полететь. Посмотреть, что да как. Дом, наверное, там.
Ну да, почти угадал. А, тут даже два дома. Это для чего? Это типа такой же пустой дом, как в Альфе 1 был, который для катсцены служил. А здесь-то он ни для чего не служит. Потому что катсцены все-таки там. Потому что никакой катсцены тут все-таки нет. Трава в гараж провалилась. Замечательно. И дома главного героя здесь нету также. Третий этаж интереса тут есть. А, на третьем этажом даже заморачиваться не стали. Просто скопировали тупо дом. Вот этот из Альфа 1 и все. Ну что ж. Неплохой мод. Плюсик поставлю ему. Хотя, все-таки над ним бы стоило еще поработать. Хотелось бы все этажи, конечно, чтобы были. Ну и непонятно, почему не срабатывал этот манекенная учительница, почему ничего не происходило от него. А так, в принципе, прикольно. Третий этаж сделан прикольно. На этажах выше ничего, как вы понимаете, нету. Есть двери. Они открываются, но за ними стена просто. Здесь аж две двери, хотя в Альфе 1 в оригинале такого не было. Одна дверь была и одинарная, не двойная. Здесь тоже двойная. В мод Кити, кстати, нету этих двойных дверей. Тут как-то реализовали все-таки. Ладно, короче, свет в подвале в том идет у нас. На сегодня закончим. С вас лайкосы, подписываться. С меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримерский канал. Спасибо, группу ВКонтакте. Всем пока.